Hey, доброго времени суток всем и добро пожаловать в Майнкрафт. Мне, кстати, мой дом уже нашли много раз. Мне поставили тут блок алмазов от Энтрила, прикольно. И там еще один такой, даже не один презент. Презент от Хромео и презент от Блинка. Прикольно. Ой, спасибо. Так, о господи, тут три скелета. В общем, пойдем от них нафиг. И у меня есть от вам такое сообщение от админа сервера. Он просил меня передать. Во-первых, он очень-очень рад, что так много людей играет на сервере. То есть мы уже расширили слоты от 60 до 90. Это, мне кажется, очень неплохой показатель. Ну так вот, он очень просил объяснить, как зайти на сервер, как регистрироваться и все такое. Так у меня не получилось нормально зайти с другого аккаунта, потому что только с одного, с этого IP можно зарегистрировать одного человека. Так что я просто объясню на пальцах. Смотрите, допустим, для регистрации на сервер вам нужно сделать так. Вы когда первый раз зашли, вам нужно прописать такую тему. Регистр, дальше свой пароль какой-нибудь, допустим, 1, 2, 3, 4, 5. И через пробел повторить его еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Все, вот так делаем. Ну, я уже зашел, так что мне пишет, что я уже already login in. Вот, запомнили? Слэш, регистр. И 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Вот, и при логине будете просто писать, допустим, там, логин и ваш пароль, 1, 2, 3, 4, 5. Все, и вы так будете заходить. Далее, еще такая тема, приват-территория. Приват-территория осуществляется вот таким образом. Так, что у меня топорик? Господи, он как так скачет у меня из инвентаря. Вообще по-наркомански. Ну так вот. Приват территории. Сейчас я уйду, уберу тут у нас друзей всяких. Так, один друг ушел. Оп. Второй друг ушел. Господи, откуда? А чего у вас так много-то появилось тут? Так, слышь ты, уходи. Умирай. И ты тоже давай. Умирай нафиг. Все, молодец. Так, господи, еще и паук прибежал на нашу пати-хард. Все. Все свалили. И, кстати, вот видите, у меня работа солдат у меня есть, и я получаю за это бабки еще. 75 центов за каждого убитого монстра. Ну, за зомби, по-моему, получаю 38, по-моему, баксов. Ой, центов. Сейчас проверим. Да, 38 и... 1, 13, это за кого так? Фигня какая-то. Ну ладно, неважно. Очень хорошо, что у нас попались скелеты, потому что мы можем использовать кости. Мы правой кнопкой кликаем, и вот видите, у нас появляется, есть ли тут регион или нет. Вот, допустим, тут нету никакого региона. А если подойти к моему дому, вот, допустим, вот чуть поближе, то вот здесь, вот видите, уже регион мой, Килибок. Вот. Дальше. Просто, если мы хотим заприватить территорию, мы заходим куда-нибудь, вот, выбираем, кликаем правой кнопкой мыши. Допустим, я хочу заприватить вот, не знаю, вот этот ствол березы. Кликаю вверх, вот видите, левой кнопкой мыши кликнул, он появился first position. Далее перехожу к другому блоку и кликаю правой кнопкой мыши. И вот, он выбрал second position. Далее мы берем просто тоже слэш, rg climb, и что мы хотим, и имя региона. Допустим, береза. Все, вот. Этот регион сохранился как береза. То есть теперь мы тут кликаем, и видите, береза. Вот так вы можете приватить свою территорию. Желательно, кстати, вот именно так приватить дома, чтобы никто к вам не залез. Кстати, а кто здесь у нас так поселился, а? Какой-то Джаок. Обалдеть, прямо у меня возле дома. Ну, чувак дает. Не боится. Эх, ой, господи, Макзек, ты меня так не пугай. Так вот. Что же дальше? Хочу объявить конкурс. Сейчас на сервере проводится конкурс на самый красивый дом. Для этого нужно просто взять, сфотографировать, допустим, свой дом. Вот, допустим, вот так. Сфоткайте его и написать свой ник и приложить скриншот к теме в группе сервера. Я ссылочку на тему скину в описании к видео. Вот. И еще. VIP и премиум. VIP и премиум. Что они вам дают? Во-первых, VIP вам дает возможность резервировать для вас место на сервере. То есть вы всегда, даже когда сервак полон, вообще там не протолкнуться, вы можете на него зайти. И VIP и премиум дает эту возможность. Дальше. VIP входит сет железные вещи, короче, полный сет железных вещей, там и броня, если я понимаю, и вот железные такие вещи. Вот. Дальше 64 угля, 64 стекла, 2 сундука, верстак, печка и 3 стака камня. Для того, чтобы вам получить это, вам нужно просто нажать, вот, по-моему, кит VIP. Так, VIP, по-моему, вот так. Вот.
И то же самое для премиума. Только у премиума все отличие в том, что вам, у вас будет не железный сет, а алмазный сет вещей. Вот. Вот, в принципе, все, в чем отличие. VIP стоит 100 рублей в месяц, а премиум стоит 150 рублей в месяц. И, кстати, вот все эти сеты вещей вам доступны один раз в сутки. Фух. Вот, вроде все сказал. Вроде все сказал, что надо было, что обещал и все такое. Ладно, а теперь можно приступить к... Ой, даже закашлялся. А, можно приступить к нормальной игре. Так, что бы я думал сделать? Кстати, я там походил на спавне, и меня закидали просто алмазами, клево. 7 алмазов мне скинули. Довольно смешно, на самом деле. Кстати, а что мне там с деньгами? Money. 36 баксов. Да. Не густо, не густо. Ладно, можно будет, в принципе... Так. Ой, господи, что-то я все не тем открываю дверь. Все, можно топорики убирать. Боже, а почему у меня все на Ctrl? Ладно, сейчас я перезайду и проверим, что у меня, все ли нормально. Так, вроде все нормально. Теперь у меня вещи нормальные. Вытаскиваются, снимаются, одеваются, все хорошо. Ладно, скидываем сюда. У меня тут откуда, кстати, алмазные шмотки валяются. И здесь... А, ну это все правильно. Это сет от гриферов. То есть такие бывают ребята, которые там очень любят побуянить, похулиганить. Но я тогда одеваю этот сет и иду им раздавать люлей. Так что, ребят, будьте няшами, ведите себя хорошо. Иначе попрёт злой шед. Так, можно здесь нашу ферму красничка дорастить до конца. И я думаю, сейчас, кстати, такая тема. У меня возле дома поселился Skittles. К нам на сервер зашел Skittles. Вот, Skittles Home. Вот такую тему он себе построил. Такой домик открытый совершенно. Тут какие-то подарки к нему. Ну да, кто-то ему земли насыпал, и я ему три кирпичи головы кинул. Давайте ему синенькую покрашенную, синенькую покрашенную броню положим. Вот, так что он поселился рядом со мной, теперь все знают, где я живу, и все знают, где он живет. Так что вы можете приходить к нам в гости. Точнее, если вы знаете, где дом Скитлса. Что ж, а сейчас, я думаю, можно, в принципе, пойти попробовать, я покажу вам свою арену. Я построил арену для серва. Варп. Арена. Вот. Вот. Вот такую штуку я построил. Короче, здесь... Я не знаю, вот что-то вот за этой стеной происходит какой-то полный ад. Там какие-то свинозомби появляются. Я не знаю, что там вообще происходит. Вот. А арена такая. Вот, мы идем сюда, поднимаемся. Допустим, сюда мы... Здесь можем скинуть в эндерчест все вещи, которые мы боимся потерять. Ну, я ничего не боюсь потерять, так что я ничего не буду скидывать. Вот, поднимаемся вот здесь по этой импровизированной лестнице. Спрыгиваем в самый низ... И попадаем в гущу событий. Короче, походу, да, все диспенсеры уже опустошили. Этот тоже? Да, и этот опустошили. Хоть какой-нибудь еще есть? Так, и этот пустой. Сейчас я найду, если диспенсер, который еще не опустошили, тогда я вам покажу, как все работает. Так, поднимаемся. Вот это все, кстати, строил я сам. Вот такая довольно трешовенькая, но, мне кажется, довольно смешная арена получилась. Так, и диспенсер тоже уже опустили. А этот... И этот опустил. Господи, хоть какой-то есть еще целый? Нет. Надо будет, кстати, заполнить. Ну вот, вот этот полный. Вот, допустим, смотрите, здесь у нас лежат яйца всяких монстров, и один или два ништяка всяких, которые могут выпадать. То есть, и кто хочет, он прыгает сюда. Если хочет ништяк, то он его либо получает ништяк, либо... Вон, сейчас выпала, допустим, бутылка опыта. Она туда улетела, вдаль. Или прыгаем сюда и получаем какого-то монстра. Бэ. Вот так вот. За счет того, что диспенсеров куча... Уй-уй-уй, уйди нафиг, господи. За счет того, что диспенсеров куча, на них вот так прыгаешь, там монстры на них прыгают, и получается очень, по-моему, смешно. И для тех, кто вообще, кто считает себя настоящим профи в борьбе с монстрами и в паркуре, я сделал такую сложную, ну, мне кажется, сложную, но вполне проходимую паркур-карту, кусок паркура. Вот, допустим, я сейчас по нему прыгаю. Сейчас так пропрыгиваем, поднимаемся вот сюда. Вот, вот здесь мы пропрыгиваем. Так, вон там по этим... по заборчикам, и вон там целый ряд диспенсеров. Короче, на них прыгаешь, вот первые диспенсеры, все вот там, их сколько там, штуки 4-5, они заряжены яйцами монстров. То есть там яйца монстров и всякие такие легкие зелья. Вот, кстати, а тут что у нас? Да, это пустой, ладно. Вот. Прыгаем туда, и там эти монстры, и там стоят плиты, то есть в коридор в один блок шириной. На эти плиты прыгают и люди, и монстры, и там появляется все больше и больше, но все ради чего? Вот в последнем там диспенсере, в самом последнем, в него обычно кладут, ну, если мне не лень заморачиваться, то я туда кладу всякие
Ну, всякие ништяки, типа там бывают алмазные вещи кладу, бывает что-нибудь еще такое неплохое. Вот, допустим, вот этот диспенсер, он с всякими зельями. Там есть и хорошие зелья, и плохие, то есть можно вот так, не знаю, бафаться, что ли. Но пока я с этим еще ничего не заморачивался. А, кстати, а можно вот что-то с поршнями сделать? Хм, интересное, чтобы с поршнями прыгать. Ну ладно, это я потом придумаю, что как сделать. Ладно, так, спаун. Пойдем, что ли, на спауне, посмотрим, кто тут, что тут. Привет, ребят, что как? Ну, хорошо. Ладно, я думаю, что вы довольны. Ну, кстати, на сервере сейчас не так уж много народу, наверное, за счет того, что сейчас где-то около 11 вечера уже. И, ну, кстати, хотя онлайн для 11 вечера, по-моему, нормальный, учитывая то, что на сервере играют только подписчики. Ой, клево. Спасибо, кстати, ребят, что вы реально на этом деле, на этом всем играете. Это безумно приятно. Эх, тут, кстати, очень популярно стала, я смотрю, торговля недвижимостью. То есть кто-то вот строит какие-нибудь дома, вот, ну, дом так себе на самом деле, какой-то магазинчик. Господи, русификатора никого нету. Вот, строят дома. О, ферма тростника большая. Кто-то, видимо, посмотрел мое видео. Вот, и продают их за деньги. То есть, и за эти деньги уже можно будет покупать что-то в том магазинчике. Вот. Но, честно говоря, у спауна тут дома, ну, так, на любителя. Сильно на любителя. А самые такие... Какого хрена была дверь открыта? Я не понимаю. Она должна была быть закрыта. Ладно, сейчас я свой тростник соберу. Кстати, надо будет его так засадить. Сейчас я его себе соберу, чтобы хоть немножко денежек себе добыть, а то с 30 баксами в кармане, я думаю, не положено ходить админу серверу. Но читерить я себе не хочу, так что я буду все делать относительно честно. Ну, кстати, хотя эти работы тоже неплохой смысл, неплохой способ заработать. О, кто-то тут хочет построить дом на дереве. Ну ладно, сейчас я вам покажу. Короче, есть еще один варп. Warp Shed Home. Прямо как мой канал называется. На него варпаетесь и появляетесь возле моего замка. Ну, точнее, это замок, построенный... Так, давайте, что ли, сделаем себе гейммод. Гейммод, короче, вот, это замок, построенный администратором моей группы, Сергеем Борисовичем, вот, для меня, вот, прикольно, вот, заходите, такой шед и все такое, нужно будет сделать что-то интересное, чтобы люди сюда приходили и тоже видели что-то здесь клевое, вот, а не только офигенную архитектуру, но мне кажется, он такой симметричный, красивый. Кстати, кто-то здесь что-то построил, это что такое вообще? Какой-то дом в страшовом стиле, ну, точнее, в стиле какого-то авангардизма. А, Макзек, вау, это домик Макзек, то есть это домик админа, обалдеть. Кстати, довольно красивый дом изнутри. Ну ладно, это не то, что я хотел показать, а показать я хотел дом, вот тут парень Азри66, он строит тут вот, дома строит всякие. Вот, у него очень классно получается, мне кажется. Вот, допустим, это его первый дом. Очень даже ничего, я думаю. Вот это дом, я не знаю, поклонник... А, поклонник Шеда. Ха-ха, прикольно. Андрей 24. Забавно. Ладно, тоже довольно приятно, классно. Но, кстати, самый такие клевый дом, который есть, ну, тоже неплохой, красивый такой. Вот это, я не знаю, что такое, ну, довольно странный, квадратный. Вот тут я хотел сделать отель, но меня опередили и что-то здесь уже построили. Ну ладно. Дом в стиле типа псевдомодерна. Ну ладно, тоже имеет право на жизнь. Хотя, кстати, изнутри он, по-моему, очень клевый. Давайте попробуем, давайте посмотрим. Вау, а на самом деле выглядит красиво. Надо себе взять на вооружение. Тут действительно есть классные дизайнеры. Вау, тут даже типа порожки сделали. Ну, в смысле, типа плинтус. Обалдеть. Ха. Вот это чего вот чувак дает. Ладно, но дом, который нравится мне нравится больше всего, это вот, вот этот дом. Это Азри тоже строил. Вот. Этот домик, он, ну, по-моему, офигенный. Вот, вот настоящий такой загородный особнячок небольшой. Вот даже. Ха, даже цветочки всякие сзади тут стоят. Деревья в клумбах. Классно. Кстати, вот дома я бы не стал так близко строить. Это как-то, мне кажется, нагромождение. Вот я бы подвинул немножко подальше этот дом. Ладно, вот он, домик. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Главная комната, ну, кухня. Кстати, довольно прикольно. Я эту кухню зарядил мясом там. Ага. Ну, он тоже, видимо, зарядил мясом. Так, ну что, нажимаем, мясо выпадает. Типа холодильник. Раковина, ну,
типа плита готовить. Вот они, плиты, вытяжка. Смешно. А вот на самом деле только я бы лестницу на второй этаж сделал немножко по, ну, не знаю, как-то поинтереснее. А хотя, кстати, второй этаж очень, очень клево сделан. Тут типа шторы, диванчик. Красиво. Ха. У чувака определенный талант. Если у него будет вдохновение, он будет строить офигенные дома. Как, допустим, вот этот. Мне очень нравится. Ладно, все, спускаемся. Что ж, я думаю, эта серия была даже не сколько летсплейная, сколько экскурсия по серверу и вообще что-то как происходит. Тут еще есть дома такие, офигенная деревушка есть, но я не буду вам пока ее показывать, потому что уже это время, наверное. Так, на спаун. Все, спаун. Привет, чувак. Ой, а как ты так ходишь, а? А как ты ходишь, что у тебя голова была повернута назад? Поделись секретом, паренек. Эй, хей! Ну ладно, не будем его, давайте не будем его мучить, а пойдем просто продадим тростник. Так, где-то здесь он. Кстати, я не знаю, тростник можно продавать или нельзя, а то я сказал именно, что убрать. А, нет. Ой, 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 какой так. Сейчас, наверное, надо из геймода выйти, а то я ему сейчас все тут переломаю. Так, геймод 0. Вот, да, я продаю все это дело. Так, продаем. Так, все, продали. И сколько у нас там денег получилось? Money. О, прикольно, 766 баксов. Ну, жить уже можно. Ладно, я думаю, на этом закончу эту экскурсоводную серию. На следующей серии мы, может быть, даже со Скитлосом с ним что-то вместе. Такой совместный сюрвайвал. Ладно, если здесь первый раз, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, оставляйте комментарии, рассказывайте о видео друзьям, это очень поможет развитию канала. И ссылку на сервер вы можете, и на группу, на все-все-все вы можете найти в описании к этому видео. Что ж, с вами был Шет, всем до новых встреч, всем пока.